Ветеран военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Патрик Ланкастер проспрашивал детей в Запорожье про их отношение к русским солдатам. Не знаю, был ли он удивлен, была ли удивлена его американская аудитория, но я-то ни разу. Слушай, можно вопрос? Как вас думал за русский солдат? Они мешают? Нет, я не нравится. Они нам наоборот нравятся. Да? Да. Это почему? Потому что они добрые. Они им добрые, кулачки да. давали. Да, отбивали. Они им сладкое всякое покупали. Да. Один вообще нам чуть целый магазин не скупил. Да. Ага.